Сегодня утром в новостях плясали танцы на костях, ругались матом при гостях. Так, тест-драйв Калин у нас начинается из болота. Она тут стояла сколько? Всю зиму? Да. Мы ловким инженерным способом решили задачу. Тут выведены оттоки, как вы это называете, растительные каналы. Мы их проложили досочками. И в результате проехали сантиметров 10. Тут еще у моего друга нет соседей с машиной, которые могли бы за круг вытащить. Блин, у меня, кстати, один мужик, сосед, знакомый, сказал: ты сначала раскопай, а потом едь. И мы так не сделали. Ладно, ну, во всяком случае, она заводится после зимы, и там есть немного места. Я в прошлые выходные ее заводил просто. Вообще. В другую сторону. Как? Ну вот, можно по часовой, а можно против. Да, вот так вот круси. Да, да, так и круси. А дальше как? Ну да, хрвани так. И смотри, он поднимается, и сейчас доска будет опускаться. Это гораздо же проще, чем копать. Весь домкрат уже закопал. Сейчас нам нужно будет домкрат, чтобы достать домкрат. У меня нет других домкратов. У меня в мазе на заднем сиденье лежит. Целый россыпь домкратов. Так, и как? И сунь ее вот отсюда. И чё? Так, и чё? Просто, чтобы... Что? Зазор, мне кажется, надо выдернуть ее и все. Там стоит какой-то этот Рено. Да какое Рено-то? Степвей. Ну, я тут никого не знаю. Калина не смогла своими силами выехать даже после того, как мы ей наложили кирпичи. Но у нас есть лебедка. Это уже вторая попытка совершить вытягивание с помощью лебедки. Может, сначала подтянуть ломом, а потом уже лебедкой. Я хочу велосипед и чистый каблукой падать. Блин, если веревка не тянулась, у тебя нет веревки, которая не тянет. Ты знаешь, вот ты меня веревок. Ну хочешь поищу? А что, есть шанс? Ну есть шанс, что цепи можно найти. Такую здоровую? Да. Она порвется? Не бьет. Нормально. Ладно. Помочь тебе? Блин, через левое плечо и перед стиркой ярлычек. Считай, не делай, как врачом. Не прячь под ковриком ключи, три раза по столу сдучи и с улыбкой. Почему мы ее? Это просто лебедка, которую можно, ну, она как бы бесконечно работает. Мне не нужен рычаг, у меня там передаточные отношения сумасшедшие. Чего ты ржешь? Надо тянуть. Просто, видишь, не надо тягивать. Просто делай и все. Вот он до машины растянется. Да не растянется он до машины. Завяжи и все. Вот. Ну я вижу, как дебил. Вот этот узел кажется мне довольно крепким. Мы его законтрим. Так, чтобы не выскользнуло. И селечка наша. Палочка. Не надо вот так вот. Это вот в какую сторону мотать? Стоять, блин. Все это хорошее. Все, блядь, бампер вырубится. Хорошо, нахуй. Давай. Мне гиблище прилетит у тебя. Ну, прям видишь, когда она отлетает, это было оторвать не надо. Ну, чуть подвинулась. На сантиметр. Она, может, там упирается в кирпич, на самом деле? Может, я там кирпич стоит? Мы же там оставляли кирпич, который этот самый. Ну, оставляли, да. Ну, я прощупал лопату. Нет там ничего. Сначала домкрат подсунуть, а потом дощечку. Тоже херовый.
Вперед чуть-чуть, да? Что? Доска там встала. Ну и ладно. Ну что, подсунем доску и там все, пройдем. Ну уже проходит. Ну, грунт вытащил нормально. Не думаешь, что мы там где-то сложили? Зеркало там за день, нет? Смотри, слева, слева, смотри. Зеркало, 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 зеркало. Я смотрю, меня не пробивали. Ну что, налей. Да хороший, пацан. Ну что? Налей. Я ору? Да нет, я Илюша, Илюша. Я говорю, телеграм прям. Олен чуть не закипел, потому что у меня не было антифриза. Ты преувеличиваешь. А еще не работает вентилятор. Тут есть принудительный, правда. Это сделано специально на случай, если основной откажет, есть принудительный, она там не работает. В целом машины нормально.